Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук, я приветствую вас на канале «Канадская деревня». Я готовлю на Новый годик бутербродики такие вот со шпротами. Ну вот, это рижские шпроты, Рига Голд называется, рижское золото. Вот, ну вот каждый год я вот покупаю шпроты, да? Вот они так красиво здесь разложены все. А внизу и какой-то, знаете, там сыр-бор. Вот, и хочу вам показать. И я надеюсь, каждый год надеюсь, что там не будет сыр-бора, а точно так же будет красиво сложено. Вот, но еще такого не было. Ну, давайте посмотрим. Вот так вот. Как бы их так вытащить, чтобы не поломать? Ну, вот уже видно, что там так красиво нету. Ну, хотя бы там ровненько, видите? Ну, сейчас посмотрим. По крайней мере, там шпроты. Но, конечно, не красивого вида, как здесь. Такие прям вообще класс. Может быть, это масло. Вот. Ну, вот видите, что там. Обманка. Вот видите как. Вот такой вот тот. Ну, наверное, может, еще нам повезло. В этой баночке мне повезло еще. Как-то более-менее, да? Ну, тут, правда, есть какие-то такие странные, ужасные сардинки. Но вроде так ничего. Обычно в этом году мне повезло. Спасибо производителю. Наверное, кто-то пожаловался все-таки. Вот. Сейчас вот такие вот качественные почти что шпроты. Спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч.